На проезде Завражного сделали ямочный ремонт, нанесли новую разметку, но дорога, говорят водители, лучше не стала. Кочка на кочке, дорога вместо ровной линии представляет собой скорее синусоиду. Раньше на проезде Завражного и так разогнаться было сложно, так теперь задачу не облегчили. Мнения горожан на этот счет разделились. Одни считают, что любой ремонт идет на пользу. Другие же говорят, что если делать, то делать сразу хорошо. Чуть дальше проезда Завражного есть улица Чкалова, на которой в свое время ремонт дороги был. Теперь же здесь опять ямы и выбоины. От перекрестка до второй Рязани так себе, а вот от перекрестка дальше нормальная дорога, хорошая. В большинстве своем после ремонта дорог дается гарантия сроком на 4 года. Гарантийное обязательство на улице Чкалова заканчивается в 2020-м, 1 сентября. А в большинстве своем срок окончания гарантии 2019 год. И дороги на многих участках, говорят жители, оставляют желать лучшего. По крайней мере, ямочный ремонт, как он называется, почаще стали делать. Было раньше еще хуже. Ну, это надо у дорожников спрашивать. Просто если они разрушаются, то, наверное, качественный ремонт необходимо делать. По центру дороги хорошие, особенно с того года, то есть много сделали, и, к сожалению, их продолжают пилить новые дороги. Мэрия опубликовала список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году. Точнее, отремонтировать их планируют. В списке есть участки, которые остались с 2018 года. Это 3,5 километра Московского шоссе, небольшие участки Васильевского проезда, Сережного переулка, Первой Красной улицы и Старореченской, 10-й линии, Весенней, Высоковольтной, Гагарина и так далее. Общая протяженность дорог к ремонту составит чуть больше 19 километров. Стоимость работ почти 570 миллионов рублей. Большая часть будет выделена из областного бюджета. Горожане надеются, что это будет тот ремонт, после которого жалоб не останется. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».